Ген, мне надо с тобой серьезно поговорить. О чем? Мне кажется, ты меня совсем уже не любишь. И вообще, ты все делаешь для галочки. А откуда ты про галочку-то узнала? Какую галочку? Какую галочку? 38, 39, 40. Гена, зачем тебе эта бутылка? Ты еще зачем ты сжимаешь ее? А, это-то? Да чтобы не слышно было, как кости хрустят. Выдумщик. Дорогая, а ты не видела мои трусы с сердечками? Какие? А, те счастливые, которые у тебя? Ну да. Че ты их решил одеть-то? Ну надо трусики же одеть на работу-то. Погоди, у тебя же сегодня корпоратив. Че ты собрался у них делать, Покустина? Че, Геночка, стал запахи чувствовать? Да ты его передержал уже, глаза режет он. Я ж тебе говорила, гречу надо брать, а ты горох, горох. Теперь буду гречку брать.